Смотрите, мы, короче, идем. Мы сейчас идем с Полиной, ищем дорогу на, как он называется, на остановку, чтобы попасть на Звездный театральный центр, по-моему. Там сейчас происходит бесплатная выставка, а потом мы пойдем с ней на бесплатный вечерний концерт. И тут женщина просила записать ее. Вот мы сейчас ее тоже запишем. Помахайте ручкой. Ой, извините. Да, я не хотел. Извините, пожалуйста. Ну, для себя память, на память. Да, конечно. Нет, нет. Надо уже, короче, поменьше нам рисоваться на этом рынке. Ну, пойдем хоть дойдем тогда к храму. Да. Мы немного зашли не в ту сторону, но хотя бы посетим с вами замечательный храм. Попадем никак. Ну, по-любому, да, не попадем. Смысл туда идти, подходить, если он огорожен и покрыт всей этой суетой. Покрылся. Нам не сюда, нам сюда. А какой автобус? Тоже какой-то едет, смотри. 243. Видим точно правильному, да? Конечно. Я в детстве тоже обожал так делать, прислоняться головой к стеклу и получать вибрации стекла от автобуса к себе в голову. Видимо, я не один такой, смотрите.
Ну, вторник, воскресенье, без перерыва. Ну, неужели мы нашли?
Вот, смотрите, это было, получается, в обиходе каждого солдатика, солдата. Это, скорее всего, гусеницы, да? Вот. О, смотрите, мин нет. Фляжка алюминиевая. О, какие. Какие ботинки. Присмотритесь на это. Это в этих ботинках бежал какой-то солдат, видимо. Ну, я думал, они в кирзачах ходили.